Там на кнуту заходишь. Да нет, ничего хорошего. Я фотоаппарат периодически навожу, но у меня там небольшое увеличение, но все равно так. Ну, случайно. Раз, смотришь, голубь сидит на этом, блин. Так, вот сейчас, секунду. А, ну она уже так довольно. Низкие слои атмосферы, через нее на нее смотрим, и Венера уже плавает. Ну, такая она. Рефракция, да? Да. Я еще и что-то помню со школы. Да, совсем плохо. Сейчас бежит. А, вижу. Все, вот она. Фазу даже. Ух ты. Она справа, да. Больше освещена. Да. Слева. А, и, ну, быстро шурует вообще. Очень быстро. Особенно, когда вот на фоне антенны. Она, и она не по прямой шурует, она как-то вот так вот. Ну, это же вращение Земли. Так, ладно, сейчас я запись прекращаю. Сегодня у нас 3 сентября. И снова 3 сентября. Значит, 19:56 по Киеву, Харькове. Спасибо.